Всем привет, я Юлия Андреева. Прогноз погоды на субботу, 21 декабря, представляет компания «Кировспецмонтаж». Комфортная городская среда в каждом новом микрорайоне. Говорят, под Новый год, если пожелается, счастливая квартира сразу появляется. Подробности 51 11 11. В субботу на территории Кировской области ожидается пасмурная морозная погода, осадки прекратятся. В Лузе минус 13, в Кирсе до 16 градусов ниже 0. Теплее всего в Яранске, здесь минус 11 и малооблачно. В Кирове днем в субботу будет пасмурно, ожидается небольшой снег, температура воздуха минус 6, минус 7 градусов. Ночью ожидается до минус 10. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный до 2 метров в секунду. Влажность воздуха 88%, магнитное поле спокойное. Продолжительность светового дня в субботу составит 6 часов 17 минут, луна убывает. На этом у меня все, пусть в вашем доме всегда будет хорошая погода. Пока!